збирається в нашому бізнесі, по-женськи, яка може приміняти, показувати, обучати. Привітуйте! Спольник Галина! Ароматом и подчеркивают вашу индивидуальность.
средствам. Можно следующий слайд. Объемные сияющие гели имеют кремовую структуру. Они имеют прозрачный цвет эффекта бурбулянта и 3М объем. Эти блески не содержат вредных ингредиентов, силиконовых мазей, масел, вазелина, минеральных масел, никакого животного происхождения. Не содержат витамин Е. Эти блески содержат бисоболол, который смягчает кожу, который оказывает противовоспалительное, ранозаживляющее, противоаллергическое, даже противогрибковое действие. Поэтому у многих покупал есть такая проблема. Кого-то во рту есть губы, если вы наливали и так далее. То есть губы у нас, ну, насколько рот считается самым грязным местом в организме, да, поэтому тоже важно, что мы наносим, какую помаду, если помада обладает противогрибковым, противовоспалительным, антисептическим еще действием за счет бисоболола, это тоже очень важно, тоже очень интересно. При этом очень сильный увлажняющий эффект. Поэтому такой вот бриллиантовый блеск, объем, прозрачность, они действительно шикарно смотрятся и подчеркнут вашу индивидуальность. Можно вернуться на слайд назад. Тушь. Невероятное разделение, объем и длина. Всегда хочется идти в ногу со временем. И итальянцы сделали такие преимущества новой линейки косметики, что нам позавидуют даже самые раскрученные бренды. Состав туши на 80% натуральный растительный ингредиент. И новый внешний вид приятно держать такой вот тонкий, изящный флакон. Яркий дизайн как туши, так и всех блесков еще раз подчеркивает, что хозяин наступившего года — это огненный петух. То есть мы идем в тренде, мы идем в новый современный. Туши подобрали самую современную кисточку. Такой кисточки у нас еще не было, которая красит реснички любой длины, даже в самых укромных уголочках. Она имеет спиралевидную форму, похожа на елочку. И она за счет вот этой спиральки, она действительно подкручивает ресницы механическим путем. Прекрасно наносится, очень стойко держится. Самое главное, она не содержит минеральных масел, вазелина, силиконовых масел, никакого там животного происхождения сырья. Она содержит витамин Е, она содержит пантенол, из которого потом производится витамин В5. Что он делает? Он ухаживает за ресничками, увлажняет, поддерживает такой вот уход и, конечно же, укрепляет ресницы. Карандаши для бровей, наши фавориты из основной коллекции, горький молочный шоколад, они, конечно, возвратились в новом дизайне. И вот хиты продаж должны всегда выглядеть безупречно. Посмотрите на дизайн, вот действительно матовый, изысканный цвет кофе с молоком, серебряные детали, прекрасная кисточка, удобная. И, конечно, знаменитое качество формулы немецких производителей, то здесь, конечно, все на высоте, поэтому такие карандаши очень приятно держать в руках, очень приятно, когда рисуешь себя и наблюдают знакомые и понимают, что ты каким-то чудом, какой-то роскошью, какой-то элитой, каким-то таким вот действительно чудодейственными палочками рисуешь. Самые популярные карандаши из основной коллекции — черные и коричневые, они тоже снова на рынке, только в новом дизайне — волшебная палочка. Это все равно, что вот взмахнуть волшебной палочкой, делая себе макияж как по волшебству. Это по поводу вот новой коллекции. И для того, чтобы как можно больше людей смогли попробовать вот эти вот чудодейственные натуральные продукты, могли себе позволить, компания к 8 марта приготовила специальные наборы. 3 набора. И цель какая? Чтобы как можно больше людей попробовали блеск, попробовали вот эту вот тушь, помогли позволить себе эту роскошь, почувствовать качество и получить удовольствие от нанесения и ношения этой косметики. Ну и с другой стороны, почему именно набор? Потому
потому что ваши любимые фавориты, ваши любимые продукты, чтобы вы могли по более доступной цене еще их покупать чаще, больше и в широком ассортименте рекомендовать вашим знакомым. Я просчитала эти наборы, но об этом немножко позже. Нужно следующий слайд. Сначала я быстренько пробегусь, потому что хочется сказать об изюминках. Можно следующий слайд? Кстати, вот в новом дизайне, набором мы подойдем чуть позже, наша линия Tropical Mint. Новый дизайн, есть уже все. Вот на подходе пластовые пяточки, шелковый лосьон для ног, так все уже есть. И если говорить вот о скраб, да? Вообще есть люди, которые вот ничем не пользовались с уходом и косметики. Или что-то не пробовали, не так я выразила, что-то не пробовали. Буквально вот скраб эксфолиантный крем, масло зелень абрикоса очень сильно увлажняет кожу. Здесь и питает. И экстракт женьшеня, ромашки, зеленый чай, эхиноцея, все это такое еще алоэ, действительно очень хорошо очищает кожу от грязи, от жира, от умерших клеточек, потому что, чтобы давать новые клеточки, чтобы у нас обновлялась кожа, важно отшелушивать старое кладбище клеточек, да, это закрытые чешуя, если взять под микроскопом. Очень важно хотя бы раз в неделю. Хорошо, когда это два раза в неделю вы отшелушиваете лицо и вообще можете позволить себе все тело, кто хочет еще и ножки, вообще бесподобное. Действительно, кожа получает очень такое увлажнение, смягчение, питание, турга. Не хочется притрагиваться, потому что действительно очень шикарно работает наш скраб. Тем более туда входит зеленый чай, это мощный антиоксидант. Скраб лечебный, поэтому наоборот, при углевосыпи, акне, каких-то плечечках очень важно наносить скраб даже точечно, потому что там даже эхиноцея, она повышает защитные силы. Можно вот эти вот макрофаги, чтобы вот защитный эффект, заживление, регенерация. Поэтому при проблемной коже, если другие скрабы нельзя, то наш важно наносить, и он действительно лечебный. Алоэ вера гель. Я немножко об алоэ расскажу в плане коллагена. Это очень важно. Когда буду за хлорелу говорить чуть позже, а сейчас кратко. Алоэ и камомилис – это очень сильный увлажнитель, очень сильно успокаивающий, смягчающий, питающий, регенерирующий кожу. И алоэ очень хорошо защищает от светового воздействия, поэтому скоро лето, защищает нашу кожу. Зеленый чай – очень сильный антиоксидант, и он очень хорошо убирает отечность, если у кого отекает лицо. Ромашка – противовоспалительная, успокаивающая, регенерация, спазмолитик. И виноградные косточки, они защищают ядра наших клеточек от разрушения свободных радикалов. И на самом деле эффект сильнее даже антиоксидантная активность, чем витамина Е в 50 раз и витамина С в 20 раз. Поэтому это наша алоэ вера. И гемоглобина, она стимулирует кровообращение, она профилактирует ломкость ярчиков, а у многих проблема сосудистая сеточка на лице тоже. И она как раз антиоксидант, и она очень классный консервант, природный, естественный. Поэтому все это есть алоэ. Его можно применять, начиная от грудничков маленьких, памперсы, складочки, особенно проблемная кожа для лица, мужчинам после бритья. Лето – это вообще пенный вариант, вообще бесподобный. Поэтому на любую часть тела куда ходить в любом количестве. И хорошо подтяжка идет, и стимуляция коллагена за счет алоэ. Почему? Расскажу чуть позже. Масло какао – любимый продукт. Если женщина попробует его, она уже не может просто от него отказаться. Действительно, он заслуживает того, потому что здесь не животный жир, а какао бобов. Здесь тоже есть и алоэ, и зеленый чай, и много чего интересного, те же виноградные косточки. Но за счет МСМ сера очень важно, она как раз участвует в стимуляции коллагена, то есть наша зрительная ткань, наш тургор, наша эластичность. Поэтому очень важно, если вам важно сохранить как можно дольше кожу молодой, красивой, эластичной, с хорошим тургором, масло какао там
вашу продукт. Опять же, длинная прилопа, поэтому у кого сосудистая сеточка, она прячется, либо профилактика, потому что профилактика очень хорошо улучшает кровообращение, профилактирует ломкость именно сосудика. А витамин С и А, которые есть у вас, и какая-то какао, это вообще молодого кожи. Дезодорант в двух словах. На рынке, знаете, у меня много знакомых, которые пользуются другими компаниями, но дезодорант покупают у нас. Действительно, человек потеет, запаха пота нет, это очень важно. Сейчас онкология просто зашкаливает в груди, поэтому найти достойную альтернативу, чтобы действительно себя защитить, очень сложно. Наш дезодорант с морской солью и минералами. И он контролирует потоотделение, но при этом, почему вот любую вахту, любые моменты, у меня у женщины под грудью, ну, такая обширная грудь, большая, самотучная, и обычно у людей под руками, под грудью, где угодно, не буду показывать ниже, темные круги, желтые, коричневые, некрасивые, доставляют неприятность. Вот она дезодорант, если у меня его хватает 5-7 месяцев, она съедает его за месяц, потому что она мажется везде, где только можно, и где трется, и вообще где соприкасается. Почему? Потому что промашка, не буду повторяться, что она делает, потому что розмарин, антисептик, удаляющий, стимулирует и кровообращение, камелия снимает раздражение, а вообще барбадосская алоэ и смягчает, и увлажняет, и питает, и регенерирует. Самое главное, что у него нет таких зашкаленных цифр, как других дезодорантов, алюминия до 80%, как в других компаниях. И самое главное, что он не содержит консервантов и ароматизаторов. Поэтому вот запах приятный, который не мешает вашим одеколону либо духам, он действительно естественные экстракты вот этих трав. Можно теперь еще дальше. Сейчас мы как раз вот поговорим просто о наборе. Будут нужны следующую картинку, это подарки. В наборе будет крем для рук. Знаете, это вообще такая роскошь. Кто не пользовался, очень рекомендую. Особенно, если вам уже за 20. Потому что вот ключевой фразой этих кремов это антивозрастной, омолаживающий эффект глубокого увлажнения. Кто хотел бы себя почувствовать египетской королевой Нефертити и понять ее секрет красоты? Почему? Потому что, например, вот в набор вложен крем ежедневного ухода, который с бергамотом, запах цитрусовый, да? Вот там как раз ключевой ингредиент – это масло ши, это пища для кожи, это богатейший состав витамина А, В и Е. И это секрет как раз вот красоты вот этой Нефертити. Там очень много масла жожоба. Масло жожоба на рынке, в мире, среди растительных источников масел, аналогов не существует масла жожоба. Уникально, конечно, по своему химическому составу аналогов нет, потому что питает, увлажняет, омолаживает. Витамин Е, витамин молодости. И вот запах – это бергамот, во-первых, антисептик, во-вторых, очень приятный запах. Ну и другой крем не могу о нем не сказать, потому что это крем для, особенно для очень сухой кожи. Кроме того, что там есть вот, и масло ши есть, и масло жожоба есть, как и в первом креме, и витамин Е есть. Но в чем же изюминка? В том, что кроме этого есть еще и масло семян малинки, и масло авокадо. Это очень такие мощнейшие увлажнители, антиоксиданты и антисептики. Есть опять же алоэ, которые тоже стимулируют ваш собственный коллаген на той же коже. Кроме того, что это увлажнение, заживление, все его свойства. Есть экстракт риса, экстракт фиалки, экстракт лаванды. А вот за счет чего такой бесподобный запах? Представьте, богатый аромат. Увлажнение и вот все вот эти антивозрастные свойства за счет смеси фруктовых экстрактов. Вот представьте, кроме того, что я уже все назвала, да, масло ши и так далее, вы положили уже на ручку, но вы еще сверху добавили яблоко, клубничку, персик, киви, папайю, огурец, еще и малинку. И вот именно этот фруктовый бренд действительно мощно омолаживает кожу, мощно стимулирует коллаген и нормализует водный баланс именно в коже. Поэтому такому шедевру, если честно, тут вообще нет цены. Посмотрите, если вы в домашних условиях, как
косметичка, например, можете взять, приготовить, купить эти ингредиенты, вы сколько шлите такой крем. Сейчас на него скидка очень большая, минус 30%, тем более он есть в наборах тоже. И вот давайте к наборам. Наборы на сайте Билборд, на складах, вы увидите готовый набор. Я рекомендую, если для вас важно понять разницу, экономить. Я эти наборы сегодня ночью просчитала, поэтому вы можете уже готовый вариант сейчас сесть и записать. Смотрите, первый набор. Можно позволить себе любимое, можно комбинироваться со своими знакомыми, друзьями, но выгодные очень предложения. Вы смотрите, первый набор у нас стоит $40. Экономия на наборе 182 гривны. И вот тушь замечательная, невероятное разделение объема длина. В наборе она получается, я не буду говорить, сколько стоит, вы на сайте посмотрите, а сколько она получается. Получается 226 гривен, экономия 37 гривен на тушь. Блеск, сияние. Одинаково состоит с тушью, то же самое. 226 гривен, 37 экономия. В этот набор положили масло какао, о котором мы говорили. В наборе получается 260 гривен, получается экономия 43 гривны на масло какао. Вот вы видите паста с ксилитолом, на пасте экономия 33 гривны. И дезодорант, в наборе он стоит 190, 31 гривна экономия. Это у нас первый набор. На всем наборе, повторюсь, 182 гривны. Следующий, пожалуйста, слайд. Второй набор. Стоит $60, там 8 позиций. На туши. Здесь она еще дешевле. Стоит всего 208, экономия 55 гривен. На блеске стоит блеск нежность. 208, экономия 55 гривен. Вот здесь карандаш как раз вот черный, волшебная палочка. Он получается минус 30%, как вроде бы вы могли бы на складе купить, да? То есть тоже выгода 30%. Масло какао еще дешевле в этом наборе. Оно стоит всего лишь 240 гривен. Но я там копейки, я уже не называю. Даже мелочи. 240 гривен на масло какао вы только экономите 63 гривны. Здесь паста с травками, наша лечебная. Экономия на пасте 39 гривен. Крем для рук здесь с бергамотом. Он получается как минус 30%. Алоэ вера гель, вич вера гель. Здесь на воде он получается как минус 20%. И последняя позиция – скраб. Набор он стоит 175 гривен, экономия 46 гривен. И третий набор, пожалуйста, следующий слайд. Вот здесь у нас 5 позиций. Третий набор стоит $50. Экономия на всем наборе 392 гривны 80 копеек. Здесь тушь еще дешевле, 205. Невероятное разделение, объем и длина. 58 гривен экономия. Блеск здесь сияние. Стоит 205. 58 гривен экономия. Пудра, бисквит. Получается как минус 30. Какао еще дешевле. 236. Почти 67 гривен экономия. И крем для рук с бергамотом получается как минус 30%. Поэтому наборы выгодные. Нужно самому, нужно скомбинироваться, использовать эти наборы впереди 8 марта. И буквально немножко хотела сказать о натрии, потому что у нас есть еще и для умывания, и маска, и крем под глаза, и шикарная шампунь, кондиционер. Здесь я буду очень кратко. Изюминки. Косметика натрия содержит хлорелл. Многие это знают. Да? Что такое хлорелл? Это белок. Действительно, белок и чем богата хлорелла? Вот именно аминокислотами, витаминами группы В и бета-каротина. Что интересно, что именно хлорелла повышает упругость.
Божья эластичность омолаживает противоэнергетический эффект, противогрибковый эффект. И вот сейчас очень важный момент, будьте внимательны. Я говорила про алоэ, и теперь говорю про хлореллу. Кому важно простимулировать свой собственный коллаген? Есть такие, да, внутри кожи? Есть такие люди? Смотрите, что делает хлорелла и что делает наш сок алоэ, либо алоэ вера, которая есть у нас очень много в вечерогеле. Они способствуют тому, что старый коллаген, неправильный, отработанный, они его разрушают, то есть чтобы клетки нашей иммунной системы, макрофаги, его съели. И когда они съедают, этим самым запускается другой процесс стимуляции собственного коллагена. То есть получается, что клеточки начинают, фибробласты, вырабатывать новый коллаген. Поэтому кожа обновляется. Самое главное, что без гиперстимуляции, благодаря которой легко может привести к тому, что произойдет истощение, восстановительный потенциал кожи. То есть о чем я говорю? Вот были в моде раньше фруктовые кислоты, слышали, да? Когда разрушали старый коллаген и стимулировали процесс выработки нового коллагена. Но если это делать агрессивно, то в конце концов есть какой-то цикл обновления клеток, есть мощности кожи для того, чтобы она могла стимулировать. То есть вообще это естественный физиологический процесс. Если же на агрессивное воздействие фруктовыми кислотами, это истощает потенциал, восстановительный потенциал кожи. Поэтому сейчас мода на фруктовые кислоты уже ушла, а у нас с вами шикарный есть. Вот скажите, кто сегодня, в принципе, нужно руки поднимать для себя? У кого дома есть средства, гель для умывания, наш гель смарт? То есть вы сегодня и плюс вечером умывались уже нашим гелем для умывания. Там есть и белый гриб, который жесткость воды убирает. Там есть и витамины А, С, В, 5 и Е. Но самое главное, что там есть вот эта хлорелла, то есть вы умывались уже, увлажняете кожу, но при этом вы запускаете процесс разрушения старого коллагена и стимуляция нового коллагена, только даже на одном умывании. У кого нет, это задайте вопрос, кто выигрывает. И когда появляются новые морщинки, тем более мы всегда очень переживаем и болезненно относимся к какой-то области глаз, гусиные лапки, все вот эти вот моменты. Но вот на таких участках кожи, что очень важно, это наши глаза, экономить просто нельзя. И я очень жестко отношусь к этим позициям. То есть я что угодно нужно, другой шампунь попробовать и разные моменты, но вот то, что касается глаз, то, что касается тонкой кожи, то, что касается моментов безопасности косметики. И не все равно, чем вы умываетесь. Просто водой, водой мылом, либо какой-то мицеллярной водой, это не работает. Поэтому обратите внимание, гель для умывания еще на складах есть, -20%. Поэтому и такая вам фишечка, вот наши, я послушала Смирнову Нину Павловну, это очень грамотный врач, человек, я вообще обожаю ее за то, что она вот каждую баночку знает все механизмы. И что она вам сказала, я стала это делать уже неделю, честно говорю, хотите тоже проэкспериментировать, оказывается, она это делает давно. Алоэ вера является проводником питательных веществ кожи. И вот перед кремом масла какао, ну, на очищенную кожу нашим для умывания, мы наносим бич-верогель, то есть я наношу лицо. Очень важно, кстати, все крем наносят вот так и вот так за ушком. Да? Вот так и вот так. Все наносят? Это так, на всякий случай, потому что едешь в транспорте и видишь, насколько провисает здесь вот некрасиво. Потому что у кого-то читаешь диагноз, у кого-то шея предательски отомстила, потому что лицо мы наносим, а про шею забываем. Поэтому лицо, шея, декольте, и пока есть еще влажная кожа, то есть он еще не впитался, достаточно наносим масло какао. Эффект обалденный. Каждый делает по-своему, а вместе это синергизм, то есть усиливает вот эти вот действия. По поводу маски два слова. Это вообще мини-пластика на промозге.
минералами, микроэлементами, витаминами, охрой, за счет железа, поэтому она очень сильный детоксикант, вытаскивает грязь, жир, различные токсины, тяжелые металлы, комедончики, и влияет на меланин кожи, это цвет нашей кожи, поэтому выравнивает текстуру, цвет лица, отбеливает кожу и увлажняет, конечно, и подтягивает. У кого поплыло личико, либо не хотите, чтобы оно вплыло, вот не дрожжи щечки и вообще пошел овал, поплыл. Поэтому маска очень хорошо подтягивает вот эти вот вещи. Не забывайте, что мы не только на лицо, а на носик, шею и груди, особенно вот эти вот места. И, кстати, у кого уже поплыл, срочно нужен крем Webflex наш, серый MSM, на вот эти участки, а вообще все, что вам нужно подтянуть, я его тоже просто обожаю и использую. И маска еще уменьшает поры в 2-3 раза. И самое главное, что она вытягивает воду. И последний момент, давайте вот скажите вы мне, наш против ОЖ, многие пользовались, да, я так надеюсь, что все, почему грудничку важно мыть нашим против ОЖ? Кто знает, почему? Груднички вообще часто купаются, подсказывают хлорка. Хлорка что делает? Пересушивает, да? То есть даже если воду не обязательно. То есть без конца швой грудничка у маленьких деток. То есть вот сухость кожи даже просто от воды. И очень важно мыть нашим бодилошем. Почему? Что там есть? Какие ингредиенты? Два очень важные. Есть алоэ и есть ромашка, которые вообще противовоспалительные, но они сухость кожи, они не дают, чтобы сохла кожа у младенчика, это очень-очень важно. Для нас почему важно использовать лосьон для тела и бодивош? Почему? Потому что там, кроме всего бесподобного состава и кучи витаминов, увлажнения потрясающего, там есть водоросли. Там есть водоросли, экстракт бурых водорослей, которые содержат ключевой момент, что в нашем организме стимулирует ваш собственный коллаген. Полисахариды. Где взять полисахариды? Водоросли. Где они у нас есть? Бодикош и средства для лосьон для тела. Да? Бигелпа и так далее. И последний момент. Да, вот два слова. Про шампунь же нельзя что-то не сказать. Буквально два слова. Кроме того, что там экстракты трав очень много, а в кондиционере вообще 18 натуральных питательных компонентов, так вот в нашем шампуне, кроме всего этого полезного, есть еще эксклюзивные комплексы, которые помещены в микро такие вот капсулки. Они, что в них внутри? Вот именно незаменимые аминокислоты и липиды. Что они делают? Они очень легко проникают. Волосы, они питают, увлажняют, защищают, ну и восстанавливают вот эту кутикулу, вот этот вот наружный слой волос. Поэтому возьмите любой продукт. Потрясающие вещи, очень грамотный продуманный состав, это высший пилотаж. Вы знаете, наша продукция на самом деле конкурентов, ну, я не вижу, потому что даже нечего конкурировать, то есть нету достойного соперника. Поэтому любите себя, пользуйтесь, позволяйте себе как можно больше, чтобы вам так рады всегда были комплименты со стороны ваших знакомых, родственников, друзей, что вы, как всегда, прекрасно, очаровательно выглядите. Галочка Спольник, вы знаете, я горжусь, что у нас в руках такой замечательный инструмент. Скажите, вы поверили ей? Да. Спасибо тебе огромное. Мы хотим тебе пожелать, чтобы у тебя была такая же яркая, красивая структура, и чтобы ты нам давала эти фишки. Вот вы увидели, сколько у нас фишек, да? Чтобы эти фишки мы постоянно